в защиту Олега Сенцова. Первое, я хочу сказать тем, кто его туда отправил, всем правительствам обеих стран, что, во-первых, я считаю, что нужно немедленно перестать заниматься дурью, отпустить всех политических заключенных и пленных и направить все свои усилия на организацию международного российско-украинского прекрасного фестиваля мира, дружбы, молодежи и студентов. И чтобы на этом фестивале были песни, танцы, художественные кинофильмы. Никаких фильмов про войну, только битва за урожай. И чтобы на этом фестивале могли выступить члены правительства, сказать: извините, что-то на нас такое нашло, впредь такого не повторится. Мы были больны, теперь мы здоровы, нам столько предстоит сделать всего интересного. И чтобы все политзаключенные могли там встречаться, обмениваться сувенирами и подарками. Чтобы в павильоне Украины вместо отрезанных рук и вывороченных животов можно было увидеть продукты сельского хозяйства, животноводства. А Олегу я хочу пожелать, чтобы он там себя берег, насколько это возможно. Я надеюсь, все будет нормально. Я требую освободить Олега Сенцова.